Перед этой игрой мы узнали, что любимый фильм губернатора Белгородской области – «Великий Гэтсби», а любимая песня губернатора Пермского края – «Вот и лето прошло». Поэтому... Вот и лето прошло, словно и не бывало, на прикреме тепло. Итак, финальный аргумент и... Женщина! Ну, женщина! Сейчас-то что не так? А сегодня в игре было все. На сцену выводили животных, людей спускали с потолка, кто-то плакал, кто-то прощался с городом Пермь. Но мы считаем, что для победы в финале всего этого мало. Чтобы здесь победить, чемпиона позвали, нам за 1000 рублей, он поможет в финале. Только этого мало. Только выступайте вы сами. Нам сегодня уже Яна здесь помогала, снимет пару вещей, Яна ради финала. Этого мало. Стоп, ребята, мы так не договаривались. А за 2000 рублей? Я не такая. Только что нам звезда помощи отказала, и 2000 рублей здесь она потеряла. Только ради финала. Только спасибо не надо, чтобы шоу создать. Нам до этого зала снег идет с потолка, только снега нам мало. Только для победы этого мало. Только для победы этого мало. Только сейчас вот нормально. Главный свой аргумент мы еще не сказали, что на эту игру даже мэра позвали. Только я только из бани. Только. Так, Анатолий Михайлович. Время первое прошло, но для нас, не для зала. Вроде спели для вас, только этого мало. Друзья, знаете, а наша команда собралась всего-то год назад. А до этого времени мы все занимались своими делами. Света работала в школе. Ромка в ДК. Валера клал плитку. Начинали мы этот сезон как сборная Белгородской области. А заканчиваем его как близкие. Получается, что отыграть сезон первой лиги – это вовсе немало. Спасибо тебе, Пермь! Будут в жизни у нас другие цели и ставы.
чтоб запомнить всех вас. Хотим, чтоб дверь подпевала. Только, 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 только этого мало. Только, только, только и этого мало. А с вами весь сезон была команда КВН «Близкие», сборная Белгородской области. Спасибо, Пьер!